Мост, связывающий две части поселка Белый Яр Сургутского района, размыло. Для дальнейшей эксплуатации он непригоден. Решение о перекрытии переправы через ручей Перевесный приняли 20 сентября. Причиной послужило то, что часть конструкции обвалилась. По одной из версий, из-за того, что основание не устояло после проливных дождей. Несмотря на аварийное состояние, мостом продолжают пользоваться пешеходы и мотоциклисты. Натянутые красные ленточки их не останавливают. Магистраль 15 лет назад признали аварийной, движение по транспорту переходу закрывали весной 2017-го. Позже, рассчитав максимальные нагрузки, в феврале прошлого года проезд открыли для легкового транспорта, сделав его однополосным. Мост связывает между собой две части поселка Белый Яр. Теперь на машине добраться с одной стороны на другую можно, сделав крюк в 11 километров. Новая переправа пока только в проекте, ориентировочная стоимость более 100 миллионов рублей. Дороговизна обусловлена проложенными на опорах моста газовыми нитками.